Рога косули крепят по-разному для интерьера своего жилища. Если рога будут показаны на выставке, то там есть определенные правила. Некоторые просто отпиливают рога и крепят к медальону. Вот такие рога. В розетке были просверлены отверстия и закреплены к медальону шурупами. Была просьба от знакомого поработать с оформлением рог косули. Рога были спилены. В этом году, во второй половине зимы, нашел павшую косулю. Это был козел, без рог. Взял череп, обработал. И на череп закреплю рога косули. Крепление рогов с черепом делаю так. Чтобы место соединения рога с черепом было незаметно, отшлифовываю пеньки. Работаю вот такой фрезой. Диаметр фрезы 8 мм, длина рабочей части 10 мм. У этой фрезы торцевая часть тоже рабочая. В розетке рога торцевой частью фрезы делаю углубление миллиметров 5-6, и стыка не будет видно совсем. Место соединения черепа и рога не видно. В пеньках просверлил отверстие, нарезал резьбу М5. Толщина кости в этом месте, в пеньках, миллиметров 30, не меньше. Завернул шпильки М5. По центру рога просверлю отверстие диаметром 4,2, нарежу резьбу М5. Для более крепкого соединения в отверстие в рога и в пеньки черепа добавляю клей, холодная сварка. Крепче будет. Череп на медальон буду крепить саморезом. Вот в этом месте просверлю отверстие диаметром 2 мм, размечу на медальоне и все соединю саморезом.
При таком креплении черепа к медальону одним шурупом его немного видно сбоку. Закрепить череп на медальоне можно и с помощью проволоки. Через глазницы просверливается отверстие, вставляется проволока, просверливается медальон, и на обратной стороне медальона проволока закрепляется, стягивается. Эти рога косули буду крепить с частью черепа с помощью шпильки. В рогах просверлил отверстие, нарезал резьбу М5, завернул шпильки. С тыльной стороны черепа под шайбу и гайку обработал посадочное место. Отверстие в черепе просверлил диаметром 7 мм. Шайба, граверная шайба и гайка. Установить рог на черепе можно и следующим образом. В роге просверливается отверстие, нарезается резьба. Как вариант, можно и резьбу не нарезать. Заливается эпоксидка, вставляется или заворачивается шпилька. Ставится рог в вертикальном положении, чтобы эпоксидка застыла. После в черепе просверливается отверстие в пеньке. Если шпилька 5 мм, я сверлю отверстие в пеньке 7 мм, чтобы рога можно было установить симметрично. Разводится эпоксидка, заливается в отверстие, рога устанавливаются, фиксируются и ждешь, чтобы эпоксидка застыла. Этот череп был найден, рога побелели. Немного напоминает изделие из мраморной крошки. Следов погрызов мышей еще нет. Кость обмотал пленкой, малярным скотчем. Рога буду красить марганцовкой. Рога покрашены. Крашу в один или в два слоя. Наждачной шкуркой зачищу концы рогов. Сделаю их светлыми. Пройдусь шкуркой и по жемчужинам. Вот что получилось. Работа с рогами закончена. Осталось сделать медальоны. Медальоны делаю из дерева с красивой текстурой. На этой заготовке трещины. Их залью эпоксидкой, а потом отшлифую.
Для вот этой пары рогов буду делать медальоны из суверей березы. Рога буду крепить на медальоны. Сделал их в форме геральдического щита. Материал сувель береза. Покрашу маслом биофа. Цвет коньяк. По центру есть небольшая трещина, но при установке черепа с рогами ее не будет видно. Рога с опиленным черепом закрепил двумя саморезами.